15 сентября в фойе кинотеатра «Слава» состоялась презентация фотогалереи спортсменок из волейбольного клуба «Амичка». Наталья Мамадова, Елена Юрьева, Виктория Кузякина, Ольга Фатеева, Екатерина Орлова, а также новые игроки команды Мария Бабешина, Юлия Кутюкова, Нэнси Карильо. Огромные постеры с автографами томских кошек теперь будут встречать всех пришедших в кинотеатр. Настоящим праздником, посвященным началу нового спортивного сезона, стала очередная встреча волейболисток с друзьями и болельщиками. Эти встречи важны как и нам, так и болельщикам. По мере возможности, как у нас получается, конечно, мы стараемся как можно чаще проводить такие встречи. Но вот первый раз такой, в принципе, у нас грандиозное мероприятие. Вот, и я хочу сказать всем спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали. Нас действительно очень приятно. Такой интересный очень праздник. Команда родная, как родная семья, всегда за нее переживаем. Девочки иногда даже ругают, что сильно нервничаем за них, как заставляют беречь нервы, но мы не можем, как болельщики. На официальной части праздника министр спорта Омской области Александр Фабрициус вручил игровые майки новичкам команды и поздравил волейболисток с победой в Кубке Сибири и Дальнего Востока. Старт мы уже сделали, Кубок 1 выиграли, теперь впереди чемпионат, который мы должны завоевать. И, конечно, Лига чемпионов, которая даст возможность нашим омским болельщикам, нашему Омску снова принять команды европейские. Спортсмены увидят наш город, но думаю, что девушки достойно защитят наш цвет Омской области. Ну а мы постараемся сделать все, чтобы команда все, что нужно, она получала, обеспечивалась. И заверяю вас, что сезон 13-14 года мы будем вместе и собираться, думаю, что часто поздравлять команду. Обновленный состав «Амички» к началу нового сезона готов. Уже 23 сентября команда сыграет на выезде с «Протоном» из Саратовской области в первом туре чемпионата России. Омские кошки пообещали радовать болельщиков только победами. Не хочу загадывать ничего, но я хочу сказать, что мы будем, конечно, очень стараться, потому что цели и задачи у нас большие в этом сезоне. И не будем стараться расстраивать наших омских болельщиков.